программа на Стильном радио. Фелис Молдова и Одесский фенологический племенной клуб «Лукоморье» представляет. С 31 марта по 1 апреля 40-я и 41-я международная выставка породистых кошек. Место проведения. Кишинев, улица Геочейлор, 1, Молдэкспо, павильон номер 3. Экспертизу проводят признанные судьи международной категории из Чехии, Белоруссии и Швеции. Информационная поддержка. All Moldova, утро на СТС, стильное радио, интернет-портал Пэт-клуб. С 31 марта по 1 апреля 40-я и 41-я международная выставка породистых кошек на Молдэкспо. Информация по телефону 068-74-72-90. 068-74-72-90. Посмотри-ка. Ты умерла, и тебя втиснули в эту тушу? Представь себе. Это так несправедливо. Джейн. Это же я. До смерти красиво. Сегодня в 19.15. Лава-бар изменит ваше понятие о клубном отдыхе. Больше музыки, больше зрелищ, больше развлечений. И все это в незабываемой обстановке. Наши двери открыты с четверга по воскресенье. Телефон для бронирования столиков 079-01-01. Здесь у нас музыкальная коллекция по субботам в 19.00 на СТС. Реклама на Стильном радио. Очень остро, но не солнце, песни и дожди.
набитым, где в дорогу чемоданы, память грусти возвращенные долги. А я еду, за туманом, за мечтами и по запахам тайги. Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак. Шансоне свысока наступит время, сам поймешь, наверное. Те песни тронут душу, и тогда их не забыть не надо. Это новости, о которых говорят. У микрофона Денис Веселов. Выборы президента страны признаны действительными. Результаты утверждены сегодня Конституционным судом. Об этом заявил председатель Александр Утенасин. Таким образом, парламентское решение о назначении даты выборов было признано действительным, а избрание на пост президента Николая Тимофти было утверждено. Решение вступает в силу после его объявления, не может быть обжаловано и будет опубликовано в официальном мониторе. По закону, церемония инаугурации должна быть организована в течение 45 дней. Срок мандата президента Молдовы составит 4 года.
Депутаты Демократической партии предлагают запретить в Молдове рекламу лекарств. В частности, депутаты предлагают запретить рекламу медикаментов, которые выдаются по рецепту, а также запретить участие в рекламе актеров в образе врачей. Депутаты отмечают, что предложенный законопроект призван отгородить население от приобретения разрекламированных лекарств. Нередко граждане покупают лекарства, не консультируясь с врачом, на базе информации из рекламных роликов, подчеркивают демократы. В Молдове 19 и 20 марта ожидается повышение уровня загрязнения воздуха пылью. Сообщили об этом в Государственной метеорологической службе. По данным ведомства, в период с 16 по 19 марта предельно допустимая концентрация санитарной нормы по взвешенным веществам была превышена в 2 раза. В последующие дни метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей и ожидается увеличение концентрации пыли в воздухе. В связи с этим коммунальным службам и населению рекомендуется провести уборку улиц и близлежащих территорий. На Сицилии проснулся вулкан Этна. Это 4-е его извержение в нынешнем году. Над кратером поднялось огромное облако дыма и пепла высотой около 7 километров. Материального ущерба извержение не нанесло. Местный аэропорт работает в обычном режиме. Пробуждение вулкана не застало врасплох ни власти, ни местных жителей, так как Этна самый активный вулкан Европы. Известен своими частыми извержениями и находится под пристальным наблюдением экспертов. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар США 11 лев 90 банов, евро 15 лев 65 банов. Это все новости к этому часу. В студии был Денис Веселов. Оставайтесь вместе с нами. Все новости на этот час. Давай. Все душевная музыка. Солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая, просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне, значит, это весна. Значит, это любовь, значит, это с тобой. Мы увидимся вновь. Матэр, все уже здрасте. Непростые слова, это наши мечты. Готовы. И родные глаза. Если улицы горят, пахнут свежей листвой. Получаем с лихвой, деньги возвращаются, и приходят друзья, и подвое получается, то, что сделать нельзя.